Всем привет! Это вы снова на канале WePlay. Мы находимся в студии под куста на нашей новой рубрике, которая выходит отдельно. Это рубрика Burning Question. Быстрый, так сказать, загорающийся вопрос. Ну, как да, я великолепно перевел, да? Ничего нового, в принципе. Вот, и у нас в этой рубрике сегодня замечательный игрок, аналитик DK Phobos. Я правильно сказал? DK, да, да, да. Не DK? Пускай будет так. Потому что DK по-английски. Я люблю английский. А переводить не могу. В общем, суть рубрики такая. Я задаю вопросы, ты быстро отвечаешь на них. Первая ассоциация, которая приходит в голову. Итак, быстрые 13 вопросов для Фобоса. Любимый мем? Нет. Куда пойти с девушкой на первое свидание? Кино. Если бы до конца жизни тебе пришлось смотреть один стрим на Твиче, кого бы ты смотрел? Ну, вообще-то меняется каждый раз. Разным. Быстро, быстро! Пускай по героям что-то. По героям что-то. Самый бестолковый спорт в мире? Бестолковый самый в мире. Пускай спорт. Будет там, где типа, они кидают палочку и типа такие деревяшечки забивают. Хорошо. Как он называется? Палочка-деревяшечка. Допустим, нет, ну не крикет. Я не понимаю, что это за спорт. Палочка-деревяшечка. Может Любим... быть, крикет. Крикет? Тогда крикет. Любимое украинское шоу? Блин. Ладно, пускай будет голос. Голос. Ты напился с друзьями и вы решили сделать тату. Что бы ты набил? Вообще я вообще не бью, не пью совершенно. Да при чем тут это? Тату ты решил набить. Что бы ты набил? Быстро. Какой рисунок? Могу, что ты? Знаешь, какой рисунок? Что тебе это, первое приходит в голову? Почему не могу на это ответить? Почему? Я, в принципе, не хочу тату, во-первых, которых я вообще не пью. То есть тут как бы два больших таких... А минуса. Представь, что это произошло. Что бы ты набил? Вот не люблю тату? Вот потому мне надо очень много времени, чтобы представить. Ну, вопросы-то должны быть быстрыми. Ответы, точнее. Ну, ладно. Пускай будет какой-то красивый символ. Неплохо, неплохой ответ. Одна вредная привычка, от которой ты не хотел бы избавляться. Наверное, от курения. От курения. Самое бесящее слово паразит. Ну или типа. Ну или типа. У тебя есть дар виртуозной игры на одном инструменте. Какой бы ты выбрал? На скрипке. Неплохо. Медийка или результат? Результат. Человек, с которым точно нужно снять под куст. Точно. Пускай будет. Не знаю, пускай будет Лил. Лил. На каком девайсе ты посмотрел первое порно? На этом. На как обычном ПК. На обычном ПК. Быть маньяком или жертвой? Не, маньяком, конечно. Dead by Daylight играл? Конечно, Dead by Daylight у меня великолепно. Хорошо. Супер. Они сейчас еще и с этих с очень странных дел добавили. Вот мы и нашли твою игру. Это была рубрика Burning Question. Зажигательный быстрый вопрос, в котором у нас был Фобос. Всех любим, всех целуем. We play Burning Question. Смотрите наш канал.